Ох, вот это мне по башке прилетело. Так они мне еще и камеру дали снимать. Ладно. Добро пожаловать в Они меня в Чернобыль впихали. Ой, блин. Чувствую, не поздоровается мне. Ладно, я эту запись куда-нибудь да выложу. Книжка, нужно ее прочитать. Так, вот и книжка. А ну-ка. Привет, твое задание в энергоблоке забрать кое-что. Они издеваются сейчас надо мной. Они мне овощи дали и стейк. Ладно, часы, компас. Не знаю, пригодится ли мне куртку, шапочку, удочку. Не знаю. Ладно. Что это? Землянка какая-то странная. А! Упал. Надо обследовать все дома. Биту дали. Кажись, я вижу энергоблок. Вот он. Дом какой-то. Он старый. Крыша обвалилась. Офигеть. Идемте дальше. Ух ты, подвал. Так, собственно, все понятно. Что это? Что это? Теперь понятно, зачем мне дали биту. Из-за каких-то местных сущностей. Ай, ай, они нападают. Из них слизь. Фу. Не буду ее в руках держать. Помещу ее в пакет в рюкзаке. Вот еще один. Пойду этот дом исследую. О, вода. Там кто-то. Там лучники. Причем подозрительные. Это скелеты. Я их убил. Кости и... Стрелы. Понятно. Кости, я думаю, мне не понадобятся. Вот он, энергоблок. Так. Компас. Я удочкой его убью. Что это за слизни-то такие? Я предполагаю, что это слизни. Вот. Яма какая. А, тут радиация. Так. Надо слизью лицо обмазать. Все. Надеюсь, поможет. Бронежилет. Надену. Так. Ух ты, стрелы. Прикольно. Заберу. Это какие-то крутые стрелы. Где я сюда уберу? Борщ. Арбалет и записка. Сейчас. Вот я распределил все так, что в книге. Ха-ха, попался, живи тут. И точка. Это понятно. Видимо, это уловка. Ладно. Надо как-то выживать. На. Ай, надо найти какие-то источники. Ладно, ребят, на этом первая серия закончится. На этом первая серия заканчивается. Спасибо за просмотр. Эти слизни окружают. Я попытаюсь найти способ, как выживать. Пойду пороюсь еще в тех кучках, ребята. Фух, я отбился. Ладно, не знаю, найду применение этой слизи как-то. Всем пока.